Сегодня мы ведем свой репортаж из города Зеленоградска. Начинаем его от железнодорожной станции. И покажем ту часть города, которая лежит к северу или к востоку от нее. Поехали. Здесь у нас торговый центр, рынок. Средоточие торговой и культурной жизни города Зеленоградска. И отсюда начинается курортный проспект. Главная артерия города. Сейчас мы ее увидим. Здесь вот едальные заведения, круассан-кафе, где кормят английскими завтраками, бургер-клаб и кинотеатр «Пегас». Справа один из входов на рынок, где можно купить овощи, фрукты, зелень, балтийскую рыбу. Имеется богатейший выбор одежды секонд-хенд. Перебираемся на другую сторону. И вот перед нами курортный проспект. Хорошо видно, что народу совсем немного по сравнению с тем, что бывает здесь в разгар сезона. А в разгар сезона просто-таки яблоку негде упасть, не протолкнуться. Так, дети ловят котов. Скорость не набираем, не разгоняемся, движемся потихонечку. 10 километров в час. Так, вот перед нами кафе «Встреча», где, в общем-то, неплохо кормят. В том числе, например, борщом с пампушкой и салом. Это блюдо мы можем рекомендовать. Курхаус «Кранц» – историческое здание, в котором уже очень долго ведется бесконечный ремонт. Коты, коты, коты под колеса. Так, вот эта улица проезжая. Так, аккуратненько, аккуратненько. Это вот готовится к открытию музей курортной моды. Известного исследователя Васильева.
но откроется еще только в середине июня. Отсюда открывается вид на знаменитую Зеленоградскую водонапорную башню, которая ныне превращена в музей. Так, сейчас нам предстоит часть пути проделать по брусчатке с жесточайшей тряской, но это недолго. Улица Пугачева. Поворачиваем. Уверен, что здесь можно ездить на автомобилях, но едут. Так, прибавим ходу чуть-чуть. Поддадим газку. Так, аккуратненько перекресток. Встречное движение. Повнимательнее. Ну, вот так, друзья, долго ли, коротко ли мы с вами подъезжаем к городскому парку. Жемчужина, поистине, украшение Зеленоградска. Ну, если не считать море, конечно. Парк старый. Существует больше 100 лет, сколько точно неизвестно мне. Вот мы в него въезжаем с южной стороны, с множества деревьев, тенистых дорожек для прогулок. В середине расположен шикарный пруд. Сейчас мы к нему подъедем. Так, выехали на велодорожку. Так, осторожно. А по левую руку вот этот вал, и так называемая аван-дюна, первая линия дюн от морского берега, за которой скрывается Балтика. Тот самый променад. Но в этом месте он уже закончился. Уже проехали северную оконечность променада. Так. Осторожно, осторожно. Так, мы сворачиваем к пруду и по совместительству к ресторану Парк Хаус. Вот он перед нами, его задняя часть. Ресторан такой достаточно пафосный, но ничего особенного.
себя не представляет. Так, в принципе, можно перекусить. И вот он, Виноградский пруд. Называется он Тортилин пруд. По имени знаменитой черепахи. Классический пруд. Хрестоматийный, можно сказать. С кувшинками, лягушками. Кувшинками, лягушками, квакушками, лебедями, утками и прочей прудовой живностью. Шикарное место. Просто роскошь. Ну а мы движемся дальше. Движемся дальше. Так, аккуратно, дети. Осторожно, осторожно, осторожно. Так, мы будем тут пытаться проехать. Так, осторожно. Спасибо. Так, здесь проедем по пересеченной местности. Самокат, внедорожник. Так, сейчас надо вернуться на велодорожку. Так, осторожно, повнимательнее и поехали. Ничем не сравнимое удовольствие вот так вот мчаться под сенью деревьев, под пение птиц теплым июньским днем. Попросим, чтобы нам чуть-чуть позволили проехать, да. Ага, так, как вам удобно. Спасибо. Так, вот впереди в каких-нибудь 100 метрах город уже заканчивается. Начинается коса, Куршская коса. Это уже территория национального парка, вот за тем красным шлагбаумом. Заповедные земли. Ну, что не мешает там гулять, наслаждаясь тишиной. Мы сворачиваем влево к берегу. Так. Невозмутимая собака. И по ровной, гладкой, асфальтированной дороге плавно выносимся. Выносимся к Балтике. Вот она, красота. Вот она, красота в обе стороны. Да, Зеленоградск. Сюда море, сюда коса,
и Литва. Ну что же, движемся назад. Здесь мы с вами проедем вот по этой чудесной деревянной тропе. Которая идет вдоль той самой Аван-дюны. Здесь совершенно божественный воздух. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Спасибо. Так, оживленный перекресток. Зевал, а он, конечно, пацан. Возвращаемся обратно в парк. Давай, 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 давай. Так. Так, под уклон не спеши. Впереди волейбольные площадки, где ни зимой, ни летом не останавливаются сражения в жанре пляжного волейбола. Еще много энтузиастов серьезных. Которых приятно посмотреть. Так вот. Люди водку не кушают, друг друга не убивают, а играют в мяч. По-моему, это прекрасно. Стройные, подтянутые, спортивные. Но движемся дальше. Дорожку. О, вот это зачем? Так. Осторожно. Осторожно. Спасибо. Осторожно. В общем, мы с вами вернулись ко входу в парк. Примерно в то место, откуда въехали. Выезжаем к северной или к восточной оконечности променада.